Я не помню, кто сказал, по-моему, Акрам Муртазаев. От всех несчастья обывателей вы заслонились животом. Своих пророков убиваете, чтобы цитировать потом. Я вот услышал стрельбу, подбежал к окну и увидел картину, где стоит, значит, такси, и Гаджимурад уперся, значит, руками об капот и уворачивается от пуль. Гаджимурад, видимо, старался заскочить в сторону редакции, а киллер перебежал ему прямо напротив него и успел сделать 2-3 выстрела. В этот момент, значит, Гаджимурад упал, киллер его как бы добил, еще пару выстрелов, подъехала Приора, и они, значит, быстро уехали. Все это длилось где-то 5-6 секунд. Я еще успел вот так открыть окно и прокричать, чтобы как-то отвлечь этого убийцу. Но как бы ничего не получилось. Это было много людей, конечно. И холодно, ветер. Все в шоке, люди бедные, они несли его на руках, все закоченелые, мокрые. Наверное, многие заболели, я думаю, в тот день. У людей у всех в глазах была какая-то растерянность. Там были и коммунисты, и единороссы, и лесные, и нелесные. Там все были. У всех была растерянность, понимаете? Вот тут она видна была. Чиновники, которые с такими каменными лицами по телевизору, ну, видишь, не можешь прочитать, о чем он думает. Нет эмоций ни одной. А там они были растерянности. Потом оно сменилось на любопытство. Потом они начали смотреть, а эти пришли, а те не пришли. А вот в первый день они как-то все, как же так вот. Вот это вот было, вот это чувство, оно было искреннее. Мною даны поручения правоохранительным структурам с утра, и они активно занимаются, тщательно. Я очень надеюсь на то, что это преступление будет раскрыто, и преступники понесут заслуженное наказание. Вот как раз последний номер, который выпустили после смерти Гаджимурада Камалова. Он полностью посвящен ему. Здесь одни из наиболее таких вот его, скажем так, таких значимых ключевых материалов. Вот его колонка, которая была еще 2010 года, где он обращается к главе, да, вот, республики, говорит о том, что он боится, что надо ждать от этого общества. Хаджимурад Камалов ценой своей жизни задал новые стандарты кавказской журналистики. И это будет полная правда. Это будет правда. Толпа разбита на три. Одни люди здесь пострадали от посягательства. То есть умышленное, целевое, целенаправленное действие представителей органов государственной власти. Другая часть, у всех, кто здесь собрался, пострадали от
преступного бездействия органов государственной власти. А вот третья часть пока только прислушивается. Она никак не может понять, что из обывательского состояния мы потихонечку переходим в нормальное, гражданственное. Гаджимурад сделал в журналистике, в дагестанской журналистике в 2003 году некого рода революцию. Он показал структуру власти, какая она на самом деле есть, ее нишу глубокую, ее болото, которое ввязалось в дагестанское общество за последние 20 лет. Он выявлял факты, и эти факты он просил журналистов, чтобы мы давали только факты. А, безусловно, описывая их с точки зрения политики, экономики, во всех сферах. Представьте, Республика Дагестан сегодня 16 убитых журналистов. Ни одной из них до конца не расследовано. Что бы ни говорили исследователи и правоохранительные органы. Везде выступая, я говорю, да, эти убийства были бы расследованы до конца, если здесь не были бы замечены правоохранительные органы, следствие. Они это укрывают, или они замешаны, или они сами принимали в этом участие. Если не докажите... Экспертизу они проводят заново, потому что за 6 месяцев, пока дело лежало, оно именно лежало, пылилось в Следственном управлении по Республике Дагестан, экспертизы не проводились, абсолютно ничего не было, никакие действия не были. Я даже могу сказать, что очень много вещей утеряно, очень много фактов утеряно, очень много моментов, когда можно было зафиксировать этих людей по маршруту их слежки за Гаджимурадом, там тоже есть камеры, там есть терминалы, что все это тоже утеряно. У силовых структур республики сложились крайне неприятные отношения как к редакции газеты «Черновик», так и покойному Гаджимураду Камалову. Это были различные журналистские расследования по поводу безрассудных казней силовиков, это были по поводу хищений, коррупции. Мы вытаскивали все эти факты в течение этих 7-8 лет, и все эти люди, которые сейчас, о которых мы писали, они сидят как раз на высших должностях в силовых структурах. Они никогда не будут расследовать, потому что нет никакой мотивации. Также есть какая-то параллель, по моему мнению, с делом убитого 3 года назад Абдулмалика Ахмедилова. Абдулмалик в редакцию пришел после армии. Он с медалью окончил Сагатинскую школу, потом на красный диплом Дагестанский государственный университет. Факультет иностранных языков. Он писал на теме образования, на теме правонарушения, на теме защиты прав гражданина. Среди его машины выстрелили. Картечь попал в печень, в селезенку. И он просто не мог выйти с машины, лежа назад, он вот так откинулся, вот так руку держал на ране. И там мы его нашли убитым, когда мы подоспели туда, узнали об этом. У него были недоброжелательные отношения с руководством
правоохранительные органы. Они мне не раз говорили. Он нас критикует. Я сказал вам правду. Если он правдиво критикует, значит, вы должны на себя пенять, не на него. Если он неправду пишет, подайте на суд. Они в суд не подавали, все время говорили, Ахмедилу Абдулмалик нас критикует. Тогда мы поняли, что ход следствию не дают. И следующий день утром, когда я пошел туда, я нашел Пыжикова, от какого оружия он стрелял. Я нашел место, откуда они стреляли, с какого места. Я это все рассказывал. А туда следователи и оперативники даже не подошли. Хаджимурат команду всегда твердил. Вот мои руки, они свободны. Наденьте наручники. Обвините меня. Посадите меня. Судите меня. Но не убивайте без суда и следствия. Вот это требует и черновик, и журналисты. Вы говорите, что много убивают журналистов. Я говорю, что правоохранительные органы, значит, убивают еще больше. Да? То есть я не разделяю. Просто я вам уже сказал, мы расследуем одинаково все уголовные дела. И советую, вот мы сколько просим, дайте нам хотя бы травматические пистолеты. Все у нас перебивают, как мух. А у вас вот есть охрана, у вас есть какие-то бронированные УАЗики. Ну, сравнивать милиционеров было бы не совсем корректно, потому что у нас только ручка, карандаш и никаких, у нас нету каких-то защитных самых. Раз следствие предполагает, что эта статья могла быть основанием для убийства Камалова, пускай хотя бы их тоже один раз допросят, только как свидетели, на предмет установления неприязненных отношений, были или не были. Если вы хотите, чтобы мы раскрыли это уголовное дело, дайте нам возможность не комментировать. Но это уголовное дело будет раскрыто. Насчет Абдулмалика Ахмедилова. В течение 4 лет у вас ничего по нему нет. Чем же тогда занималось следствие? Машину не нашли, ружье не могут найти. Правду не допрашивали. Да, это одно дело, я уже сказал, которое не раскрыто из 15. Коллеги, я думаю, что мы сейчас немножко перейдем на другую тональность разговора, ладно? Потому что нам главное выслушать всех людей, которых мы заинтересованы. Мы здесь собрались не противники, не враги, а мы люди, которые одинаково отвечаем на то, что происходит сегодня в обществе. И самое главное – выслушать каждого, узнать точки зрения. Есть несколько результатов. Первый результат – это то, что мы решили о новой встрече. И по каждому случаю вот эти правоохранительные службы, они подготовят более полную информацию, доклад, что выяснено, что сделано и каков будет результат. Мы договорились о том, чтобы вот эти руководители, генералы приехали в Москву, в дом журналистов, и у нас была бы встреча. Вот мы предложили.